Спонсор ролика – онлайн-магазин steampay.com, где вы можете приобрести лицензионные ключи активации по низким ценам. Ссылки в описании под видео. Йоу, чуваки, это снова Battlefield Hardline. Всем привет-привет, продолжаем играть. Это разбивается? Нет. Да, конечно. Тут слишком крутое бланированное. Бланилованное стекло. Бланилованное стекло, да. Стекло. Ну что ж, давайте посмотрим режим найти курьера. Найти курьера, да, мы не знаем, что это пока такое. Вон, но... вон. Вон, чувак. А я почему-то отметить пошли, его не пошли. Можно, Кью. А, вон, вижу. Чё-то натянуто за трос. Ты видишь? Да, блин, ну зачем ты... Женя, что это за тросы? Ну это, видимо, натяжки. Не, а что? А, они по ним спускаются с крыш, мне кажется. А, нихера себе, блин, я думаю, что это такое? Мы этих штучек, наверное, не знаем еще пока. А, сука! Не умирай, не умирай. Я не умер. Отлично. Ух ты, что это у меня такое? Чё-то я достал. У меня на троечку есть какой-то непонятный хер вообще. Тихо, я гранату кинул. Блин, зря ты это сделал. Не, ну я хотел как бы поддержать тебя огнем. Огнем и мечом. Так, ну что, погнали потихонечку. Вон, чувак, смотри, вон. Бля, да у меня жизни мало было уже. Наемник меня убил, короче говоря. Фаер. Наимнул он тебя. Наимнул, да, по-черному вообще. Так, шрам, я тогда... Наем... Ты умер, да? Я хотел на тебя заспаунить. Меня только что этот наемник убил. Кстати, кто тут убил? Ну что ж, побежали. Я возьму механика пока. Давай, останови курьера. Пошли. Помнишь, у нас была тактика, мы с тобой шли... На пролом тупо, да? Не то, что на пролом, мы выследили. Вон, чувак, смотри, вон. Вижу. Ну нет, там далеко, он... это далеко очень. Ну, как сказать? Воу, опять мне. Ой, блин. Хименос какой-то меня убил. Все, я убил. Хименоса убил, Хименоса этого. Вот нехилумбра ссанная. Че, я к тебе сейчас. Давай, пока я живой, успевай. Успей быть первым. Есть. И не быть неубитым. Так, надо будет медика взять, чтобы лечиться. А ты не медик? Нет, я этот, механик. Ты механик. Как в фильмах? Да, с Стэтхэмом. Где? Вон он, где колонны? Блин, МП5 не застреливает туда нормально. Да, я тоже сейчас пробую. Не, МП5 это вообще не вариант. На дальняк слабовато берет очень. Да, она ближнего боя. Я возьму оператора. Я, пожалуй, тоже. О, боже мой. Жизнь боль, да, Жень? О, где-то мы заспаунились. О, интересненько. Смотри. Чувак, о, вон они. Дефибриллятор есть какой-то. Блин, я одного убил, Женя, это самое. Загаси его до конца уже. Я не успел за стену зайти, меня сразу завалили. Они на крыше лежали с оптикой. Вот крысята. Крысятки. А, тебя тоже быстро валили. Но я убил одного лежачего. Хорошо. Не бей лежачего. Вон они здесь, короче. Опять там? Да, в то же место. Почему-то не помечается опять. Так, погнали, видимо, погнали. Замечаю. Так, можно их оружие подбирать. Можно, блин, у меня да. Фонарик дурацкий, выключи его. О, то светит. Так, Женек, погнали сюда, давай. Смотри аккуратно. Где-то их валят на крыше. Мы явно не туда побежали. На крыше, думаешь? Хорошо, ну, давай. Да, не, просто я хотел смотреться, не знаю ничего. Да, это. Да, симпотно, конечно, карты-то большие. Вот где-то, смотри, где-то они их на крыше пасут, вон. Левчанский, смотри. А, вон, внизу они бегают, вон. Иду. Вау, что делают, смотри, захват какой-то. Да. Вон он забежал в банк, банк забежал внизу. Да. А у нас есть парашют какой-нибудь? Ну, у тебя рюкзак есть сзади какой-то, прыгни. Я попробую, реально. Да, есть, реально. Есть, нажимаешь. Давай, за мной, а ты уже за мной? Конечно. Так, они сюда забежали грабить. Be careful. Смотри, какой банк классный, а. Сзади, морфо. Где? Аккуратно сзади. Там растяжка была, твою налево. Нет, меня оживает кто-то, оживляет. О, растяжечка, Жень! Или это не растяжечка? Блин, по-моему, это реально растяжечка была. Да, это растяжка была, аккуратненько. Так, я еще пока. Я пока тоже. Да? Каким образом, интересно? Каким образом я живой? Да. Таким же, как и ты. Нифига себе. Вау, я дефибриллятор не успел поднять, вот дерьмо. Так, кому он так медленно бежит? Ладно. Так, я снова кругами бегаю и не могу понять, где все есть у нас. Фигово, да? Да вообще, что-то теряюсь просто в догадках. Ну, ты бежал бы же за мной уже, и все. Ну, здесь невидимая стена, я в нее уперся и не смог пройти. Печально, Жень. Так, я вижу всех, тебя не вижу, где ты есть? Вот, я перед тобой скачу тут. О, вон есть. Он! Он за соптикой же стоял! Гагатеу нас убил. Да, Гагатеу.
Готэл завалил с тобой. Скаутылайт, а? Черти. Ну ладно. Прям в голову снял, красавчик. Прям в щи, короче, с холомин. Ладно, возьму, попробую я. Вон он, внизу. О, есть! Я кого-то убил даже. Нифига! Так. Жень, надо поляну накрыть. Короче, приглашай всех гостей. А, блин. Кого приглашать? Гостей. Не-не-не, спокойно, спокойно, мать твою. Че вы огритесь-то так? Нифига себе. Опасно. Да, очень. На, стекло. Вон наверху стекло бегает. Да елки, да как так-то? Опять шрам наемника. Сукин сын, а? Ладно. О, с дубинкой бегает и убивает. Красавчик, всех перевалил. Они на лестнице, Жень, бегают. На крыше. Они палят вас точно так же, как мы нас. Как мы. На крыше сел один, на крыше сел один там шкипер. Шкипер, да? Так, я на Matrix Online тогда попробую. Давай я тоже на Matrix Online. Вместе появимся. Вот. Мы все здесь с копом. Большим. На крыше они, на крыше. Да-да-да. Да выключи ты этот ссаный фонарь. Че ж ты его по умолчанию включаешь-то, ну? Что, руки чешутся, что ли? Вон они, вон они, вон они. Воу-воу-воу. Яхамуха. Женек гасит. Больно гасит, Женек. Больно, больно. Сзади боль. Кто-то стреляет. Аккуратно, снайпер откуда-то гасит. Быстро, быстро. Куда снайпер? Вон с крыши, видимо. Нет? Кого ты там палишь, блин, так мощно? Но справа наш. Видно, чувак. О, все. А, я только стал стрелять. Две сумки с добычей осталось. Хо! Ваша статистика. 4 убийства, 8 смертей. Классная статистика. 7 смертей. Самая лучшая статистика. Божественно. Статистика самых настоящих про, да? Тащер, ёпта. О, 4-2. Нормально, Жень. Все прекрасно. Смотри, у нас Рапторас. Дом Островой. Захват. Сейчас посмотрим, что за захват. Дом Островой. Да. Там не до захвата будет, наверное. В доме Островой. Думаешь, нет? Сейчас посмотрим. It's okay. We try our best to fix the settings. NP. Sorry for the ticket, guys. You are welcome. Так, классический режим. О, захват точек. Надеюсь, что машины есть. Да. Нет, наверное, нет машин. Маленькая карта, видишь? Не израсходуют очки. Сейчас глянем, да, что у нас есть. Будет. Фабрика по производству наркотиков. Чего надо какую-то оптику поставить нормально. Тихо, так ты сможешь где-то гаситься. Может, кстати, действительно заляжем где-нибудь? Не хочу, я не крыса. Я крыс не хочу, не. Заявление просто потрясающее. Класс, да, я знаю. Так, что у нас из оптики? Тут закрыто, тут закрыто. Надо, короче, все тупо открывать, все закрыто. Конечно, все закрыто, денег-то нету. Денег нет, в стране кризис. Респиратор, о, я заебцу себе. Заебцу, вот. Я себе, как ты любишь говорить, забубенил себе респиратор. Забубенил, да, ну что делать. Все есть, поехали. На матрице давай, а нет, на тебя. Так, ну что, ух ты, как черно тут у нас. Ну пошли захватывать, вот прям здесь. Прям здесь захватывать пойдем? Я в респираторе, не знаю зачем, правда. Пойдем, давай. Захватим. Пошли с тобой захватывать. О, там они цель захватывают, Женек. Я вижу, вижу, надо аккуратно. Уже нагибаторство пошло. На крышу. О, так, открывай, это наш. Крыш. Это наш, а это не наш, а это кто? Это тоже наш. Открывай, в него открывай, попали. Открывай, открывай, открывай. Кого? Теплицу захватывают 20 метров. А вон, 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 вон. Стреляй, стреляй, быстрей. Вот они. Есть. Слушай, надо закрыть, закрыть надо быстрей. Оу, полегче, бро. О, вот они, сбоку с контейнером бегут. Хера. Ага, полицейский. Так мы играем за террористов, я так понял. Да, мы играем за бандитов. Бандюки саны. Получите, гады! Жень, надо двери закрыть, ролеты. Закрываем, закрываем, сейчас. Блин, как они теплицу захватывают, объясни мне. Блять, как он меня убил гранатой. Как ты меня, коп, убил? Есть, убил, Фейтлеса. Это, по-моему, администратор даже. Серьезно, нихера себе. Он писал тебе, Шура-Мура и Растабура. Открывай дверь, не смотри на меня. Во. Двери так открываются, как будто, знаешь, банковское хранилище, такой звук. Вот тут хорошее место, Женек, палить. Я на крыше где-то нахожусь. Очень внимательно. Вон они бегут, 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 бегут. Копы. Где? Я с крыши валю, где контейнеры, где вход, помнишь? Тоже место. Вот, смотри, внизу все, вон, вон, вон. Да ядреный компот. Фанкер 1337 меня был. Вот. А, я вроде пытался. Да, как пытался. Я же вроде попал в него и 100% здоровья. Так я тоже попадал, но знаешь, это не всегда удачно. Да, надо качать, конечно, с эмочками это. Слабенько. Это даже не эмочка, это RO933 какой-то вообще. Дислокация недоступна. О, давай. На Матрикс, а нет, на тебя. Я на Матриксе.
А я тоже, значит, на мотоцикле. Все, давай, короче, втроем бежали. Всегда здесь, гасится, смотри. Вот прямо здесь, вон крыша стоит. Да убей же ты его, ёпты! Рифрафа я убил, короче. Рифраф, короче, на крыше один чувак был. Блять. Я не люблю ночные карты, понимаешь? А, темно. Темно, нихера не видно. Ну, что поделать. 13:37. Тебя тоже на матрице давай. Давай, я на тебе лучше. А, давай. Давай, да. Вот тут реально можно засесть, кстати. Вот тут я согласен, на маленькой карте. Можно. Давай найдем место. Но ты же не крыса. Но я же не крыса, чтобы закрысиваться, да? Вау! Из-за контейнера убил меня. Вижу, блядь, не успеваю. У него какой-то G36C. У человека, у меня была такая в третьей батле. У него ранг 22, и он, конечно, гибатор здесь. У нас с тобой. Какой у нас ранг? У меня второй. У тебя тоже второй. Да, но мы боги же. Да, Женёчек. Логично. Ну давай, дислокация. Да давайте, кто? Все дохлые у нас бегают. Да, здесь у нас реально все мертвы были. На матрикса поехали. Поехали. Все мертвы, это тленище. Все, мы побежали ничего не втроем, можем окрапить, да? Даже. Ёкалэмэнэ, блин. За матриксом бегу, в общем, как хвост. Я тоже. Да? Да. Где они все? Кого ты взял там? Я взял его. Что ты что-то взял? Что-то где-то открывается, слышишь? Слушай, ой, наверху, Жень, наверху! Наверху, твою мать! Вон нет, он. Сзади бегает. Кинули грен, убегай! Убегай, Женёк! Он вниз вперёд. Побежал. Он наверху был. Наверху чего чела. Так, двери закрываем. Да? Закрываем двери. Каким-то образом он с крыши попал в меня и кинул гранату и убежал. Но у него ранг 12. Ну окей. Чё-то как-то слабенько. Сейчас попробую. Нормально, там, нормально. Я действия? Двери позакрывался. Спрятался. Блин, переиграл в Five Nights at Freddy. Все двери позакрывал. Есть, я убил наемника. Малорик, вижу. Пич. Так, тут у нас наверняка вот лаки здесь, сидят. Здесь сторона из контейнера, смотри, пойдем туда. Ты меня видишь? Давай, да, иду. Вот смотри, сейчас там будет куча копов, смотри. Вот здесь они обычно бегают, вот отсюда прут. Да, у них там место респы. Вон на карте, смотри, сколько их. Ё-моё, да, кстати, согласен. А-а-а! Били? Нет, кидаю осколочную, он кричит. Кидаю осколочную. Ну нормально. О, подожди. Герой? А, штаны с дырой. Главная улица. Вон, смотри, вон внизу вижу, да, да. Ага. Да. О, блин. Давай тут ляжем, слушай, хорошая тема. А это что за чувак сидит, смотри. Смотри, посмотри направо. Сидит, смотри, отдыхает. Молодец. Так, я залез. О, херово. Как же так-то, он херово. Боится, что ли? Да, получается, Хира? Хира Нагасака, да, убил? Да, Хира Ксаминос. Нифига. Хименос, наверное, я думаю. Ух, Хименос, наверное, какой-то там. Дислокация. Ну, все мертвы. Нас тупо нагнули, смотри. Нас тупо нагнули. Окей, я дислоцируюсь тогда. Все, поехали. Хм. Знаешь, вот таким должен быть Payday. Payday должен быть? Да, кстати, динамичным очень воу, должен воу, быть. Сверху, по-моему, уже пошла жара. Да. Вон он, возле машины справа, Жень. Да ядрёт ты Кхемос, а. Ох, я кого-то рубанул. Бейсбольный бита, ёпт, мне дали. Шикардосик, а. Как умудрился. А ты Кхемоса этого как раз-таки убил, который меня снял. Ну, это логично. Есть. Кого-то убил. Так тебя да, убили. Я еще двоих убил. Давай на Матрикс тогда. Сейчас. Они сидели в контейнере, у них там рисалка была, или это... А-а-а. Да, рисалочку поставили. Поэтому они тут и оказывались рядочком. Статус так. Точку захватываем, чё? Да. Блин, как тут все глаза разбегаются, слишком много. Слушай, всего. Они захватывают нашу точку, куда ты убегаешь? Нет, я здесь стою, вот. Вот, давай. Мы же захватываем, аккуратно. Все, есть. О. Пошла жара. Смотри, с крыши они обычно агрятся. Они с дверей бегут, да. Как с корабля крысы. Все, захвачено, побежали. Да, было захвачено, будет потрачено. Пойдем через двери. Давай. Вот здесь, смотри, точка С, 100 метров. Я думаю, что нам сюда. Прикольно. Давай, ну блин, динамично, слишком, опять-таки, глаза вообще разбегаются. Да, надо привыкать, мы же батл очень много не играли. Да-да-да, год. Больше да, года. Больше даже. О, мясо. Вон, там справа был. Бежали. Ой, тут это, все в газиках. Опасно. Готово? Есть, красавчик. Да, вот еще один пробил. Да, есть, убил. Рифраф. Молодец, Малорик, я тоже рифраф увалил. Вон еще один чувак бегает за трейлером. Вижу. Да ядреный ты, Денизор. Да! Женя, 20% внизу лестница, где два копа там. Убил. А, три копа, ёпты. Два, вон они гасятся в одном месте. Напоминание о покупке. Какая покупка, блин, зачем? А? Давай на Матрикса.
Давай. Что-то у нас тут втроем, как, блин, собак нерезанных. Да-да-да. Так, надо спускаться, Женек. Надо бежать, искать местечко. Вон, гасит, смотри. Вон они все. О, убил. Помощь убийства, то есть. Вон еще один бежит. Да ёкало мене, как же вас много-то, а? О, бронзовая звезда мне дали, офигеть. За что? Я убил, чувак. Жень, там это самое, лалочку завалил. Лалочку. Кого завалил? Лалочку. Сейчас я разыграюсь, и будет нормально. Закройте л... Окей. Кого закрыть? Лавочку. А, лавочку. М? Я убил, захватываю, Жень, давай ко мне, Жень! Да господи, здесь. Что ты пугаешь-то так, мать твою? Да, испугался, думал, меня с ножа подбежали рубать. Блин, кинь эту лечилу. Или у меня есть лечилу? А, у меня есть лечилу, давай, хилимся. А я хильный? Ты очень хильный, Жень. Я очень хильный. Ты хиленно хильный, Женек. Хиленно просто. Давай, захват. О! О, Майами Бич. Матрикс про полз. Слушай, тут это, гидрант сорвало. Бегут. Рифраф меня убил. Там гидрант сорвал, вот, да. Вот, и рифрафчик завалился. Это рифраф, кстати. Да. На рифраф, лососни гранатки мои. Жень, мы на тебе сейчас будем все. Эй, на мне как на войне. Давай, да. Жень, живи. Женя, живи. Популярный текчик. Вон он. Сука. Ты убил Шарама, да? Шарам наемник. Шарам там. Это что за хрень? А, блин. Опять меня Хаминос этот убил. Я 6 убил, нихера. Ты сколько убил? 5. Где смотреть? Меню? Таблец. Пятерых. Мы с тобой по 5 убили. А, ты 6 убил. Печаль. Так, да ну ладно. Что, я погнал. Я с тобой гоню. Они на крыше, короче, все на крыше, блядь. Все, прям. По ходу дела заминка. Да, я хочу закрыть эти ссаные ролеты. Ролеты? Вон он, блядь. Шарамчик, ну что ж ты делаешь? Ролеты. Наемник. Ролеты же называются. Закройте свои багеты, да? Закрой свой ролет. Багетом. Ты на кого это самое? Сладкий рулет крушишь. А, сладкий рулет. Так, ну что там у нас? Я хочу режим с машинами. Я тоже хочу режим с машинами. Ну давай уж немножко доиграем сейчас. Давай немножко доиграем. Олеж, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, ну что ты волосы выкупляешь? Короче, воу, блядь, ну... Быстро? Ну как так, да. Как-то я даже не успел. Да, Жан, я тоже не успел ничего сделать. Да как так? Я не понимаю, откуда столько всяких искорок, откуда кто стреляет? Вот так вот, да. Вот, ну что, брат, так, забагетился, да. Женек, забугуртился. Вон он. Готово? Вон она. Бонус спасителя медаль. Ты спаситель? Угу. Сейф. Твоей жопы спаситель. Ранг твоей жопы спаситель, да? Что ж такое-то? Кому там что надоело? Что порядка? Они там магрятся, ёпты? Вон он, Женя! Какая-то хиромантия происходит. Столько всего появляется, пропадает. Чё они делают, я не понимаю. Игра должна воспитывать тебе реакцию. Ага! Игра должна воспитывать во мне реакцию. Чтоб ты у нас активненький был. Нахера мне респиратор, блядь? Сними это говно. Сам одевает, главное. Ну, я убрал вот говницу. На Матрице онлайн. Почему Матрица онлайн? Не Матрица, а Матрикс. Ну Матрица же, Матрикс. Матрикс. Вот здесь они, короче, вонялись, бегали. Воняли? Угу. Вонючие. Да как так? Откуда вы стрелять? Да что за фигня? Они видят. Такое ощущение, что как будто видят. Слушай, в теплице что-то взорвалось. Сюда я реально прибежал в теплицу, тут взорвалось все. Трава, наверное. Взорвалось. Налево, направо. Не знаю, беги я на тебя. Меня окружили! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот иногда везет, а иногда... Баллоны, смотри, баллоны взорвутся же, наверное, не? Наверное. Блин. Баллоны стальные. Короче, я кого-то убил на крыше. О, мне монета за владение штурмовой винтовкой дали. У меня тоже была бронзовая. Мимо. Куда ты убежал? Вернись немедленно. С таким намеком, типа, решил слиться, мудила. Так, смотри, аккуратно, бросай оружие. Бля, я прибежал на крышу, короче, их там трое было, одного убил. О. Да санина. Шрам-наемник. Nice play to camp, bro. Все в кемперят, короче, враги. Я тебе говорю, они реально стоят на крыше в углу там. Один под машиной ползает под Клоповской. Классно, блин. О, слушай, тут что-то бомбануло, Женек. Я вижу, ты бегаешь, сейчас я приду к тебе. Хера. О, на крыше! Крышу, мать твою! Крывой.
Блять. Вот они спаунятся, смотри, прям в контейнере слева, справа. Уничтожь респаун. Ага, меня уже уничтожили. Смотри, короче, с лица земли же всех. Давай, Жень, нагни всех, давай, Жень. Нагнул же, наверное, на Матрикса. Жень, ты же нагибатор. Да, великий. Нагибатор-комбинатор, да? Великий нагибатор-комбинатор. Матрикс палится, смотри, конкретно так. Взял его. Я хочу его, я хочу его, я взял его. Что за гомофобия? Я взял его, я хочу его. Поражение, к сожалению. Да? Да, вот такое. Ну, я думаю, тут тоже можно сделать перерывчик. Да, закончим. И уже вернемся на карты с транспортом, думаю. Да, очень хотелось бы еще покататься. Это... Какие-то есть большие вооружения. Да, Battlefield Hardline, друзья. Всего хорошего, пока-пока. Пока.